Так, пришли вот на бывший радиоцентр. Здание КПП охранника. Так, заходим в какой-то склад, наверное, бывший. Бич с помойки. Это, наверное, не это, это ремонтная мастерская какая-то была. Расходим в два цеха интересных, которые выглядят. Это ангар пустой. Не знаю, что там было. Так, вот подходим к первому цеху или подстанции. А вон еще один цех, смотри. Заходим в первый цех. Сразу пахнет цехом. О, смотри, сохранилось. Какая-то хрень. Электроводонагреватель. Удивительно, что он целый до сих пор. Уже тут 100 лет стоит. Это туалеты. Это основное здание. Не провалиться в эту яму. Так, отсюда зайдем с другой стороны. Обходим этот цех с другой стороны. Пока что пустота какая-то голимая, но хотя бы водонагреватель сохранился. Так, направляемся к самому большому цеху. Тут их вроде как два или один, хер знает. Посмотрим, что там. Там хоть что-то, надеюсь, есть интересное. Так, залазим в основное помещение этого места. Что же у нас тут сохранилось? Помещение особо опасное. Но сейчас оно, да. Походу, даже подвал есть. Ну, наушники современные валяются. Какие-то кабинеты. Старинный стол стоит. Это, наверное, другая часть этого здания. Вот это сохранившаяся комната. Смотри, тут комната, сохранившаяся с изоляцией. Тут не напороться ни на какой-нибудь гость. Вот это уже сохранившаяся более-менее комната. Не пустота. Как-то надо пробраться. Так, ну вот, в принципе, тут и все. Тут одна документация валяется. Тут еще есть другие этажи, и вроде как подвал даже есть. А может быть и нет. Плакат, что ли? Нет. Обычно
какая-то хрень. Тут комнаты закончились. Идемте дальше. Поднимаемся на верхние этажи, если они еще сохранились. Это уже крыша. Чердак идет. Тут какой-то матрас зачем-то лежит. Вид с улицы. Все гнилое они. Тленница. Еще выше лестница. Ну-ка. Пусто. Крыша идет. Еще выше его идет уже крыша. Что-то непонятно, вся заделана. Остался подвал. В данном здании. Пошли в подвал. Что, даже не затоплен, что ли? Ну, а тут тоже, кстати, сохран. Пожарная безопасность. Вот смотри, склад. Ну лежит монт, смотри. Дофига этих резисторов, или как он называется. Лампы. Ты что, этот? Уже большой подвал. Этаж не затоплен, что самое интересное. Туалет. Везде помещение особо опасное. Даже туалет особо опасный. Длина подвала. Я все равно чуть. А тут были? Да. Тут просто, а тут что-то стояло. Панорамный противогаз. Как это? Ну, опять пипец помыть. Панорамный противогаз, который целый. Смотря. Очень целый. Ну целый. Грязный, как сволочь. Ладно. Так, уже найден противогаз бича. Основной цех же, да? Да. Мойка еще одна. Ёб твою мать, пол проваливается. Блин, тут пол проваливается. Блин, дальше. Дальше затоплено. Блин, смотри, здоровый какой. Может тут, может там еще один спуск есть? Нет. Там другая часть здания еще есть. Я там был, нет. Блин. Я не понимаю.
Короче, вот уже второй день нашей вылазки. Приехали в этот подвал. И все ради того, чтобы у нас не было сапог в прошлый раз. Сейчас мы пройдем во вторую часть подвала с сапогами и посмотрим, что там находится. Погнали. Так, по-быстрому идем, пока не села камера. Вон, начинается вода уже. Тут я уже снимал в прошлый раз. Начинается вода. Там немного воды дальше. Вон столы какие-то. Пожарный шланг. Водичка. Ну, я отвергся, поэтому... Сделаем немного по-другому, блин. Придется снимать на зеркалку. Идем по этому подвалу. Тут уже начинается вода. Вот у нас весь... Длина подвала. Вон она. Какая длина подвала этого. Это у нас вент. Помещение вентиляции. Мотор. Все помещение вентиляционной комнаты. Тут уже воды... Дофига. Смотри. Воняет маслом. Или дизелем. Или все вместе. Такая вот комната. Подвал здоровый, однако тут. Тут в уголке софита можно. А ты что, не прошел туда? Нет еще. А что он там у деда? Куда? Смотри. Вот еще одно помещение подвала. Реально как бомбарь. Хотя убежище тут должно тоже быть на территории. Вот какая-то гора мусора. Не знаю, есть ли фокус или... Или он отсутствует на этой камере. Я особо не настраивал. Вот еще одно какое-то помещение. Помещение особо опасное. Что тут у нас особо опасного? Это помещение особо опасное. Что тут особо опасного, не знаю. Почему-то именно в этой комнате у меня сейчас резко остановилось... Запись видео. Может быть, тут радиация есть. Хотя висела бы табличка тогда, что радиация есть. Такое вот помещение. Большое достаточно. Подвал тут, пожалуй, пока что самое интересное. Что и тут есть. В этом цеху. Так, опять прерывалась запись почему-то. Не знаю, может, техника замерзла. Хотя на улице не особо-то и холодно. Дальше идет подвал. Трубы какие-то идут. Стул. Одинокий. И тут еще какие-то помещения. Тоже какое-то помещение. Пустое достаточно. Вот и весь, собственно, подвал. Как выглядит другая часть этого цеха. Достаточно. Не прям особо ветка выглядит. Осталось последнее здание нашего путешествия. И будем уходить. Ангар. Тут что-то тоже было. Мешочек, что мешочки? Давно. Вон тебе пенный монтажный.
дофига разбомбленный. Короче, вот мы обошли весь этот радиоцентр. Наконец-то обследовали весь подвал. Как видите, он весь залит водой почти. Но это нам не помешало обследовать. Сейчас будем уже выбираться отсюда. Вон время позднее. Бичи прибегут сейчас и с Геленой дают.